руководитель тушения пожара ставит задачу электросети отключить здание на трансформаторной подстанции. По вводной учении очаг возгорания в здании находится на 4-м этаже, и пламя стремительно распространяется. Первыми на вызов прибывают спасатели. Сначала они эвакуируют тех, кто находится максимально близко к условному огню. На то, чтобы разложить лестницу и помочь людям спуститься, уходит всего несколько минут. В это время под соседними окнами спасатели уже развернули так называемый куб жизни. Специальное пневматическое устройство, внутри которого сжатый воздух. На такой куб жизни человек может спрыгнуть с высоты до 25 метров, оставшись при этом целым и невредимым. Спасательного устройства и альпинистского снаряжения, спасательной косынки по вертикальным перилам. А таким образом людей эвакуируют из помещений, максимально удаленных от очага возгорания. Спасатели в этот момент находятся внутри здания и помогают людям прикрепить карабин к тросу. Задача учений усложняется. По легенде, на 6-м этаже здания находится раненый, который не может передвигаться самостоятельно. В этой ситуации требуется помощь с воздуха. Из вертолета на тросах спускается спасатель. Он закрепляет пострадавшего на жестких носилках и вместе с ним поднимается обратно. Это вертолет Ми-8, оборудованный медицинским модулем. Он предназначен для транспортировки раненых из труднодоступных районов, которые на другом транспорте просто не добраться. Экипаж такого вертолета состоит из 7 человек. Это пилоты, бортинженеры, врач-реаниматолог, анестезиолог и медсестра. На нижней полке размещают тяжело раненого, на верхнем ярусе укладывают человека с легким ранением. Здание спортивной базы Борской рассчитано на пребывание 250 человек. Эвакуировать их всех удалось за 23 минуты. Тем не менее, о результатах, проделанных в ходе учений работы, сами спасатели отзываются весьма критично. В рамках сегодняшних учений, которые прошли, оценку можно поставить удовлетворительной. Есть на чем, конечно, еще работать и стремиться. Но самый главный результат – это то, что все пострадавшие, которые по вводным учениям, они были спрятаны в различных помещениях, жилых помещениях здания, они все были найдены и успешно эвакуированы с помощью различных средств спасения. Несмотря на то, что в нормативы уложились и задачу выполнили, ставить себе высокие оценки спасатели не спешат. С уверенностью сказать, что сработали отлично, смогут только после чемпионата. Валерия Стародумова, Константин Кузнецов, служба новостей «Город».